Команда избирательного блока Рената Усатой – это новые лица в молдавской политике. Среди наших кандидатов в депутаты нет бывших депутатов, нет бывших министров. Среди нас нет предателей и перебежчиков, которыми полон этот парламент. То есть это люди все достойные, очень много примаров в нашем избирательном списке. Это примары Бельц, Гладян, Дрокии, Фалешт, Вулканеш на юге, Кантемира. Те люди, которые избирались и два, и три срока. Ну, кто на местах живет, тот знает, что примар не может обмануть 2-3 раза своих избирателей. То есть здесь все друг друга знают, и значит, они сделали действительно хорошие дела. То есть наша партия – это умеренная третья сила. Мы не участвуем в каких-то геополитических разборках и сражениях. Мы промолдавская сила, которая идет в парламент, чтобы заниматься конкретными делами, чтобы реализовывать общий план модернизации Молдовы, бороться с коррупцией, а в перспективе разработать и утвердить новую конституцию, Дмитрий, на основе которой создать новую Молдову.